Всем доброго дня! Меня зовут Юлия. Я сейчас нахожусь в солнечной Испании и хочу с вами поделиться своим опытом приобретения квартиры в этой прекрасной, замечательной стране. Сама я вообще приехала сюда из Москвы, и где-то около полугода назад я задумалась о приобретении недвижимости в теплой, жаркой стране. Я много рассматривала вариантов, и почему-то мой выбор пал на Испанию, долго изучала эту страну, и в один момент мне пришло сообщение о том, что в середине марта будет проходить выставка испанской недвижимости непосредственно всех побережий, то есть, да, это Коста Бланка, Коста дель Соль, недвижимость в Мадриде, в Барселоне, ну, собственно, во всей Испании. Я сначала поехала на эту выставку, она оказалась бесплатной. Выставка проходила 2 дня. Многие риэлторы, которые работают по Испании, по различным направлениям, рассказывали, делились опытом, как можно переехать в Испанию, как приобрести квартиру, ну и многие другие юридические делились своими знаниями. Я взяла каталог на этой выставке, и когда дома уже листала этот каталог, увидела интересное объявление от фирмы Albamar Group, которая приглашала бесплатно посетить страну, да, то есть пожить тут, допустим, неделю, 10 дней, и подобрать уже жилье по критериям, которые я сама себе устанавливала. То есть определенную сумму, да, которую я могла бы потратить на квартиру, количество там спален, вид на море, ну, то есть все мои пожелания были учтены. В середине мая я прилетела сюда, меня встретили, меня разместили, я жила около моря, мной занимался директор этого агентства Евгений, ему отдельное спасибо за то, что он грамотно подобрал мне все объекты. Буквально 2 дня нам только с ним понадобилось для того, чтобы поездить, посмотреть объекты, и уже буквально через 7-й объект я выбрала квартиру, которая мне очень понравилась, которая меня устроила, и Евгений мне помог по банкам, да, по юридическим всем вопросам. Собственно, я даже не тратила ни времени, ни денег, ни эмоций на это. Просто люди мне помогли. И уже сейчас, прилетя через месяц, я обладаю квартирой в Испании. То есть также мне помогает Евгений в дальнейшем, консультирует меня по всем вопросам, по документам. Спасибо большое Albamar Group. Рекомендую обращаться именно в это агентство. Подберут все с любовью, с уважением и по всем параметрам, которые нужны. Спасибо.